Оса? Они, то есть политики, это суперзлодеи из вселенной комиксов DC. Это я объясняю для тех, кто еще не увидел явного сходства с отрядом самоубийц. Обычным, который вышел в начале месяца. Хотите убедиться? Пожалуйста, фрагменты из официального трейлера. Вот. Трек остался тот же, вы узнали квинов. Но теперь давайте разберемся по порядку, кто и чью роль сыграл. Ангела Меркель, по мнению создателей, один в один Харли Квинн, главная сподвижница Джокера, ее отличительные умения, невероятная гибкость и любовь к акробатике. Ну, еще один герой — Петр Порошенко, он же Эль Диабло, был почти убит группой воров, поражен молнией, затем воскрешен шаманами. В общем, мистика, да и только. Михаил Саакашвили еще есть, был переодет он в костюм, по-видимому, Супермена. А вот Бараку Обаме досталась роль суперзлодейки из вселенной DC, Аманды Уоллер. Суперсилами она не обладает, зато очень влиятельный человек. А сейчас я предлагаю оба трейлера посмотреть одновременно и сравнить. Caught in a landslide, no escape from reality. Я хочу собрать отряд из самых отстойных политиков планеты. Но они же злодеи. Худшие из худших.